Сегодня получила продолжение история, которая сложилась на одной из городских станций технического обслуживания. Клиент, забирая машину, протаранил ворота СТО. По его словам, у машины не сработали тормоза. По мнению сотрудников станции, тормоза ни при чем, просто человек не справился с управлением. В итоге событие, которое длилось всего 6 секунд, теперь будет разбираться не одну неделю. Но прежде чем суд вынесет свое решение, мы показали видеоэкспертам. И вот какое мнение сложилось у независимых специалистов. Считаю, что это не дорожно-транспортное происшествие, так как оно случилось. Признаки есть дорожно-транспортного происшествия, то есть машина, движение. Причинен материальный вред как сервису, так и владельцу автомобиля. Но это все произошло на территории станции технического обслуживания. Я считаю, что тут должен быть применен именно закон о защите прав потребителя. Первый раз он тронулся, нажал на тормоз, чтобы рычаг передвинуть, коробки передач. Угу. Машина поехала, он на достаточно... достаточное количество отъехал назад. И получается, второй раз нажал на тормоз, чтобы остановиться, но она уже не остановилась. Жидкость нужно долить было, если, например, она ушла куда-то. Угу. То есть нам проверить уровень жидкости тормозной, прокачать, убедиться в исправности. Проверили работоспособность, отдали клиенту. А так они, получается, не завершили работу свою, ненадлежащим образом исполнили. Вот имеем то, что имеем.